Друзья, всем привет! Смотрите, жизнь грядок из плоского шифера под снегом. Я как-то однажды показывал, как я устанавливал эти грядки. И вот посмотрите в этом видео, как они себя чувствуют под снегом. Вот сейчас весна, снег сходит, и вот они проявляются. Они зимовали под снегом ничем не накрытые. Просто вот как есть, так и есть. Вот их никуда не уводят. Абсолютно эти грядки. Вот они. Вот там где-то больше растаял снег, где-то меньше. Ой. Вот они проявляются, их не уводят никуда. Они, снег растает, и они вот какие есть, такие останутся. Их не выталкивает, не выдавливает из почвы. Они живут и живут себе. Раньше у нас были грядки покупные, в общем, такие штырьковые, да, вот мы вставляли, их просто втыкали в почву, не вкапывали, не вбивали, вот как я в видео показывал, а просто втыкали. Их в итоге под снегом, под давлением снега разносило, раздавливало в разные стороны, почву пучит, их, короче, выталкивает, они ломаются, они какие-то пластиковые были. Ну и решили сделать капитально, так что имейте в виду. Можете посмотреть по ссылке в описании видео, как я устанавливал эти грядки. А в этом видео вот вы убедились в том, что грядки себя нормально чувствуют, достаточно неплохо. Вот я сейчас как бы с дороги снимаю. Это вот забор я еще не доделал, мне надо будет менять, я часть забора поменял. Ну ладно. И вот такие вот грядочки, вот они, ровненькие. Ну, мы как бы люди не богатые, мы своими силами что-то делаем. И вот пытаемся что-то аккуратненькое такое сделать. Ну, вот потихоньку продвигаемся. Это как бы не хвастовство, это просто, ну, рекомендации, советы. Многие задаются вопросом. Мы сами также подглядели где-то, как это делается. Подглядели у соседей, также видео посмотрели. Ну, и вот я решил тоже это заснять, отобразить.